сегодня 7 число, 7 апреля. Проезжаю по своему родному городу, по улице дважды Героя Советского Союза Арсения Васильевича Ворожекина. Полная срач. Смотри, как убирается мусор. Сейчас мы освещим это. Мы осветим. Все покажем в реальности, как происходит по уборке мусора. Другие никто не поглажит. Депутаты боятся, блядь. Потому что завтра их затронут их бизнес. Поэтому вот такая ситуация сегодня в городе-городце. Почему такой срач? Смотрите, улица дважды Героя Советского Союза. Ну, про дом говорить не буду. В этом дому-то могли и сами прибраться маленько рядом со своим домом. Вот вроде находятся бачки, да? Вроде бачки, ну что, вроде что простого. И в 2 метрах от бачков, что мы видим. Как выглядят ТПшки? Как убирается мусор рядом? Вот так, Министерство экологии, посмотрите, как у нас сегодня в городе Граце на улице дважды Героя Советского Союза, какая происходит параша. А в 5 метрах это Волга. Это Волга, прекрасная река. Склоны все загаженные, сейчас вы увидите все сами. Все склоны загажены. Вот так выглядит сегодня улица дважды Героя Советского Союза, который защищал нас против фашизма. Ну а где сегодня фашисты находятся, вы, наверное, сами знаете. Вот такая ситуация. Правда, ее нет, у каждого правда своя. У каждого правда своя сегодня. У чиновника, у любого жителя района. Но про это надо говорить. Почему не говорят депутаты, я не знаю, наверное, боятся. Потому что как только что-то они покажут, что такая ситуация в городе. А про это должен знать и губернатор Нижегородской области, потому что он должен всячески помогать экологии в России, которая сегодня, вроде, год экологии у нас прошел, но тем не менее оказывает поддержку, хотя бы словесную, хотя бы административную, в том, что главе города или главе администрации, который сегодня сидит в кабинете, не может даже просто выйти и прогуляться по улицам, сделать свой репортаж, реальный репортаж, который сегодня ничего не составляет труда. Смотрите, улица Героя Советского Союза, дважды Героя Советского Союза. Она полностью, полностью вся вот, вот. Кстати, глава города живет отсюда буквально 700 метров. Это Жиряков Александр. Ну, про помойки говорить нечего. Вроде вот так, вроде чистенько, да. Запах, конечно, страшный. Но обидно, что улица Арсения Васильевича Ворожекина вот в такой параше выглядит. Всего доброго, друзья. Дальше буду вас также освещать и показывать чиновника, почему сегодня наш город превратился в мрака. Город грязи, шприцов, бутылок и алкоголя. Добрый день, друзья. Сегодня я вам покажу свой город. Это город алкашей, пьяниц. И вы увидите в городе Граце, как сегодня у нас 7 апреля 2019 года. И увидите, как город, который получает грамоты от Путина, и как он выглядит. Поехали. Иду на велосипеде, катаюсь. Сейчас вы увидите, как выглядит город, который получает от грамоты от Путина. Иду на берег Волги. Смотрите, я уже прошел метров 100, все в бутылках.
абсолютно все в пивном алкоголизме, весь город. Смотрите, еще дальше. Дальше еще будет хуже. Вот это город Городец, который сегодня получает грамоты от Путина, от президента. Вот почему до него сегодня ничего, информации никакая не доходит. Чиновник времен СССР, посмотрите. Посмотрите. Сейчас мы остановимся. Боже мой. Кого я вижу? Артисты больших и малых, академический театр, Тахтаров, артисты больших и малых театров, весь Городец в этом говне, блядь. Вот такая ситуация. Охренеть, сейчас поднимаемся на улицу. Чего творится, а? Чего творится? Это же просто труба, блядь. Это же просто пипец, блядь. Это же просто пипец. И вот мы, друзья, сейчас мы с вами выходим на набережную, где приходят сюда отдыхать к нам туристы. Вот она, центральная набережная. Сейчас мы посмотрим вместе с вами. Видите? У нас здесь музеи, все хорошо, все самовары. И буквально 100 метров вы пройдете, и вы увидите полный срач, полная антисанитария в городе Городце. Чиновник Жиряков сегодня Саша, глава города. За что он сегодня получает зарплату? Понятно, да? Дальше идем. Законная власть. Николай Федорович Поляков. Не хотел задевать эту фамилию, но приходится задевать, так как он борется за чистоту в нашем городе. Что я вижу? У него здесь находится его музей самоваров. Вот, Николай Федорович, посмотри правде в глаза. Вот так сегодня выглядит город Городец. Буквально весь загажен мусором. Полный срач и полная антисанитария. Я думаю, ко мне вопросов не будет после этого. А то говорит, вот Гоголев там что-то лишнего говорит. Друзья, у нас весь город завален мусором. Вы получаете грамоты от Путина. Снимите немедленно их, не позорьтесь. Или иначе вас господин президент сегодня уволит просто с этого рабочего места своим приказом. Вот он, весь город Городец, смотрите, полный срач. Губернатору Глебу Сергеевичу Никитину, примите меры. Шанс уговорил. 12 лет его работы, ничего не было сделано по мусору. Ничего не сделано. Полный срач, культура народа полностью убита. Вот такой город Городец, New Usyky, from Russia. Да. Как сказал Ефремов, осталось пить без просыта до белых поросят. Здесь нет другого способа устроить город-сад.